обороне, особенно если мы говорим о обороне командной, то есть с подстраховками, Ван Влит работает шикарно, а вот и Ануноби. Если у кого-то еще оставались сомнения, почему я так Ануноби хвалю в защите, потому что он, в принципе, делает очень похожие вещи, что и вот этот парень, Маркус Смарт, который на позиции, на бэккортовой истории, на бэккортовой линии в НБА, если взять любого игрока бэккорта, что-то подобное только Патрик Беверли может предложить. То есть, если бы был здоров